Тема сегодня очень интересная, и это родинки. У каждого из нас на теле или на лице есть родинки. И очень необычно будет узнать, что расположение родинки, то есть то, где она находится, во многом определяет характер человека, его особенности и даже судьбу. Сейчас расскажу вам о 7 основных местах, на которых находятся родинки. Я уверена, что вы найдете среди них и себя, и узнаете о себе очень много нового и интересного. Ну что же, начнем. Родинка на виске. Она говорит о том, что ваша жизнь связана с частыми поездками и перемещениями. Вы очень любите путешествовать. Вам нравится постоянно находиться в пути, в движении. И это может быть связано как с отдыхом, так и с деловыми поездками. Вполне возможно, что путешествия являются частью вашей работы. Родинки на висках обычно находятся у талантливых и одаренных людей. У вас сильно развита интуиция, и вы очень привлекательны для противоположного пола. У вас сильно развита коммуникабельность, и вы очень легко находите общий язык с другими людьми. Характер у вас мягкий и склонный к сентиментальности. Родинка между бровей делает вас очень творческой личностью. Она также указывает на то, что у вас большие перспективы продвинуться по карьере. Она говорит о вас как о человеке с сильной интуицией и очень высоко развитыми экстрасенсорными способностями. На самом деле этот знак имеет двоякое влияние на человека – или счастливое, или роковое. Обладатели такой родинки склонны к авантюрным поступкам и приключениям. Родинка под бровью. Вообще, родинки в районе бровей говорят о деньгах. Если у вас родинка под бровью, это сулит вам богатство. И еще эта область связана с семьей и домом. И это может значить, что вы берете на себя заботу о семье и доме. Родинка над верхней губой говорит о вас как о чувственной натуре. Для вас очень важны удовольствия. У вас сильный характер, и вы обладаете лидерскими качествами. Вы привыкли всегда полагаться только на себя, и уж если что-то задумали, то исполните это, несмотря ни на что. И если у вас родинка на щеке, вы очень эмоциональный человек, которого легко обидеть. Вы очень чувствительны и всегда тяжело переживаете любовные сложности и разрывы. Родинка на левой щеке обещает успех в жизни. Родинка на щеке говорит о мягком характере и доброжелательности человека. Если у вас родинка на ладони, вы не очень общительный человек и ведете уединенный образ жизни. Такие люди иногда считают себя особенными и имеют завышенную самооценку. С другой же стороны, такие люди очень трудолюбивы и упорны, и всегда идут к намеченным целям. Люди с родинкой на ладони лучше чувствуют себя на природе, чем в городе. У них сильная энергетика и есть склонность к изучению паранормального и религиозного. Родинка на стопе. Стопа – это вообще очень сильное энергетическое место, поэтому родинка на стопе имеет важное значение. Родинка в этом месте говорит о высоком интеллекте и проницательности. У женщин такая родинка говорит о непостоянстве и изменчивости, как в жизни, так и в любовных отношениях. В целом, родинка на стопе ведет своего обладателя к счастью и процветанию. Нажимайте кнопочку «Подписаться» и узнавайте невероятные факты, советы и рецепты первыми.